Всем здорово. Пришел мне Фумиком от Ветеля с новым модом. В принципе, те, кто видел видосик у него на канале, те знают, что это он. Пришел, в принципе, он целый, все нормально с ним, никаких проблем. Видосики. Второй джой. Свободная карта, седьмая ревизия. Рядом там стоит GPM ревизия. Для чего он там нужен? Нужен он для того, чтобы сделать примерное сравнение вам таких игр, как Тетика, Стла, я не знаю, Гиммик. То есть такие примерные. То есть, в принципе, видео, ну, такое оно будет, я думаю, не сильно длинное. Так, музончик погоняю, но в принципе консоль, я ее уже показывал. Это та консоль, которая с eBay мне пришла. Я ее отправил в Ветру и попросил сделать мне авмод нормальный. Потому что авмод был реально отвратительный. Вот эта то дырка была, она напрягала, это пипец. Здесь же все теперь нормально. Вот этот красный разъем, это правый канал. То есть тут теперь все не задействованы. То есть все как бы нормально. Джойстики все были ватные, теперь они достаточно легко нажимаются, приятно играть, я думаю, я еще сам не проверял. Вот, но я, к примеру, бы хотел протестить, допустим, гиммика на Фумикоме и на Фумикоме 7-й ревизии, потому что на Фумикоме, я не знаю, как еще звучит на 7-й ревизии гиммик, я не знаю, как он звучать будет, потому что ветер там то ли резистор, то ли что-то ставил, поэтому... Как бы еще нужно будет понять вообще, как чего звучит, и поэтому я думаю, надо сейчас прям приступить, чтобы не тянуть хронометраж и побыстрее со всем этим закончить. Вот, потому что время как бы оно у нас не железное, время идет, и как бы надо скорее все это отснять и вам выложить, чтобы вы посмотрели. Вот. Так что приступаем к съемкам, точнее захвату видео консоли, а там уже сравнение пойдет.
Thank you.
что тут скажешь на самом деле про фомикомы. В общем, я погонял гиммика, погонял третью каслу, погонял, даже расчехлил, нашел у себя в загромах Мегами Тенсей, я уже забыл даже, настолько вот не слушаю, что же забыл. Так, мужик, для тебя спецом я записал свои продукции, звук на самых карнивал. И знаете, что я вам скажу, ребята, знаете, что я вам скажу? То, что версии 7, в принципе, везде звучит так же. Lagrange Point я запускал с флешки. Оригинал я что-то долго искал, не стал искать, даже вставлять не стал, потому что смысла особого нету. Что я могу сказать? Castlevania 3 преобразилась еще лучше. Мне понравилось, как звучит седьмая ревизия. Она звучит громко. Громче, чем GPM. В любой его ипостаси. Потому что даже банально обычный маппер MC3 Рекка 92 звучит громче на седьмой ревизии, нежели на GPM ревизии. Вот. С гиммиком ситуация херовая. Именно херовая, потому что то ли разводка на сенсофтовском кайке заточена под фомиком больше как-то, то ли я не понимаю, как она вообще работает. Но каналы будто, вот, я не знаю, я не разбираюсь сильно, как бы, в каналы процессора перекрикивают или каналы именно чипа 5B. Я не знаю, в чем проблема, но в принципе, то есть основная задача, я под гиммик эту консоль не подстраивал. Я просто попросил Летера, сделай мне авмод, пожалуйста. Постарайся там подавить полоски, насколько это вообще возможно. Потому что сам, своими кривыми руками, я бы это вообще не сделал. Вообще в жизнь бы это никогда бы не привел бы это, так скажем. Консоль получилась классная. Полоски, в принципе, как на GPM, их не видно вообще. То есть я, допустим, Марио запускал первого, я их не видел. То есть никаких проблем. Консоль рабочая. Абсолютно, как бы, никаких трабл с ней нет. Единственное, что разъемы достаточно тугие, но это, в принципе, не такая проблема. Консоль мне очень понравилась. Да, да, допустим, насчет звука, когда подключаешь флеш-картридж или что-то подобное, идет фон такой достаточно приличный, его слышно. Но когда ты играешь, то есть он затухает. В принципе, здесь, как бы, как Гетри сказал, достаточно простой AV-мод стоит. Но он довольно-таки качественный. По сравнению с тем, что здесь стояло, этот мод довольно-таки качественно сделан. Что еще сказать? Допустим, на AV-фамике они подавили все эти шумы, фоны. Если ты флешку запускаешь, то ты, когда в меню сидишь, слышишь, как фон идет. Здесь он слышен, но, допустим, не такой критичный, там, что прям, ооо, все, там, капец, седьмые ревизии не покупайте, вся херня. Я могу так сказать, вот почему я топил за седьмую ревизию, потому что у нее охеренный звук из коробки. Без всяких резисторов изначально и прочего дерьма. Я не знаю, может, Ветали впаял туда резистор для версии 6. Но сам факт, когда я играл на флешке, там, конечно, эмулированный версии 6 в тот момент был, я тогда вообще не разбирался. Я вообще, когда третью кослу получил, я очень сильно расстроился, потому что она звучит не так, как на флешке. И мне это вообще не понравилось. Я такой, господи, почему она так звучит убого? А как оказалось, оно так и должно звучать. И то, что Миша мне напишет в комментарии, то, что его седьмая ревизия звучит охуенно. Бля, Миш, она звучит охуительно. Она так бы вообще не звучала. И она бы так совсем не показывала. Звучит она гораздо круче, на мой слух. Я записал одни и те же дороги, в OBS, с 30 FPS, вы это все увидите, посмотрите. Я записывал одними и теми же средствами на полной громкости, на монтаже это, естественно, подубавлю, чтобы вам ушки не резало. А так, в принципе, ну что тут снимать, что здесь можно снять? Оригинальные картриджи орут громче, версия 6 играет круче, на гиммика вообще пофиг, потому что практически я его купил, и, ну, я в него не играю. И все, как бы. А остальные, ну, кайки мне до лампочки. Основная задача была завести и третью Castlevania, то есть, чтобы она играла классно, потому что я больше третью кослу играю, нежели гиммика. Гиммика я могу и на AV-фамике поиграть, если мне так будет хочется. Вот. Ну, а так, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.